Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня я представляю вам очередной набор для вышивания бисером, который называется «Сказочный дом». И это все та же самая светлица. Здесь представлен чешский бисер. Набор еще абсолютно не распакован, не вскрыт. Вы видите блестящую пленку. Фирменная упаковка. Это все то, что сопровождает абсолютно каждую работу. И мы сейчас вместе с вами посмотрим, сделаем обзор этого набора и посмотрим. Но прежде всего, наверное, вы обращаете внимание вот на ту сиренево-розовую гамму, которая, не знаю чем, но так привлекает меня. И вот здесь опять подобные такие деревья. Единственное, хочется думать, что данный набор не доставит никаких неприятностей, как вот те деревья цветущие, не знаю какие, в наборе у пруда. Вот, показываю, что набор запакован. Набор вскрывается прямо сейчас. На ваших глазах упаковка хорошая, добротная, качественная. И сейчас, как обычно, я вынимаю содержимое пакета. Так, ну вот, рекламочки остались. С этой стороны это просто картоночка, вот оно просвечивает. Так, какому комплектовщику передать привет? Так, 10 июля 2014 года он укомплектован. Тут есть, прочитать не могу. Скорее всего, в общем, не знаю, что это такое, может быть, это фамилия упаковщика. Воспроизводить вслух не буду. Значит, это, как обычно, рекомендация по вышиванию. Инструкция для тех, кто, возможно, впервые воспользуется таким набором. Ну, а мы посмотрим комплектацию. Это обычная традиционная рамочка, окантовочка, куда вложены составные части набора. Убираю ее в сторону. Так, это прикрепленный к картону. Здесь, как обычно, степлером это крепится, но в данном случае размер работы небольшой, поэтому вот он даже меньше стандартного этого наборного листа. Вот в полный размер вы можете увидеть картину. Не знаю, здесь, наверное, сантиметров 20 с небольшим, или 24 на 20, или сколько-то. Ну, не буду я сейчас гадать и какие-то свои домыслы высказывать. Так, цветов присутствует здесь большое количество. Ну, вы видите, что нумерация бисера идет. Она идет не как бы в сбитом таком порядке, потому что какие-то цвета отсутствуют здесь. Вот, они просто не участвуют в выполнении работы. И всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 цвета. Ну, проще было их было по патетикам посчитать, но сейчас мы и до патетиков дойдем. 24 цвета на такую маленькую работу, поэтому я думаю, что тут будет красиво и выразительно все. И что же представляет собой этот сказочный дом? Ну, наверное, некий мост, по которому карета с Золушкой катится на бал. Ну, это такое
средневековье или нечто подобное, какие-то отдаленные времена, беседка для тайных уединений, дом немногоэтажный, но, наверное, двухэтажный, с башенкой, замок средневековый какой-то. Вот, с, думаю, что здесь вода окажется бело-голубая, с опадающей листвой. Но это только то, что я могу воображать себе, глядя на схему, потому что пока еще не соотношу с абсолютно всеми цветами, а цвета, как вы знаете, не всегда совпадают с символами цвета бисера. Вот. Ну, посмотрим, что это будет. Я думаю, что все-таки работа будет заманчивая, интересная, чудесная. На самом деле сказочная. Ну и давайте посмотрим, какой же бисер предлагают здесь. Бисера много, несмотря на такую работку. Бисер на самом деле по виду черстей тонкий. Но, опять же, с большой оговоркой, работа «Миловидный край» принесла многочисленные разочарования в плане того, что бисер очень часто не был слишком мелкий, не проходил даже в тоненькую иголочку. Ой, смотрите, вот движение воздуха началось, и некоторые бисеринки там внутри... Вот краем глаза замечаю, что шевеление, видимо, или, ну что там это, наэлектризовались или что-то, и сами по себе эти бисеринки перескакивают в пакетах. Что мне очень нравится, упаковка всегда аккуратно сделана. Если пакетов несколько, то... Ну, в отдельных наборах они пронумерованы полностью, в каких-то ты понимаешь, что этот цвет, такую вот бирочку надо приклеить и написать, потому что как бы ты ни удерживал это в памяти, а где-то бывают перерывы в работе, еще что-то, или если последние вот пакетики остаются для работы, а то, что ты уже истратил, вшил в набор, в шитье в это... номер как бы подзатерся в памяти, можешь сделать не то, что надо, поэтому все приходится приклеивать бирки, если они не приклеены, и нумеровать, но в данном случае все они пронумерованы, поэтому ничего тут дополнительного делать не надо будет. Из цветов, ну здесь на самом деле по одному цвету каждого бисера, но зато посмотрите, сколько много оттенков. Вот коричневый, охристый такой, золотистый, желтый и всякие разные. Но сегодня день больших звонков. Так. Будем надеяться, что ну, на самом деле ожидания не будут... Не будем разочарованы в ожиданиях, они будут оправданы. Работа небольшая, поэтому будет вышиваться достаточно недлительное время. Ну, может быть, не знаю, дней за 10, может быть, она и вышьется. Так что очередной, пока еще радующий душу сюжет будет готовиться, будет появляться, распускаться. Вот это чудное и листва, и цветение, и вот эти розово-сиреневые, голубоватые, синеватые тона будут появляться на полотне. Единственное, опять же, оговорюсь, что сколько мы ни пытались на раме или на раме, скорее всего, вышивать, сложно это делается, поэтому вышиваем просто держа полотно перед собой без каких-либо каких-либо инструментов дополнительных и приспособлений. Ну, на этом я прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.